С Нового года вырастет страховая часть пенсии. Теперь ежегодно индексировать выплаты будут в январе, а не в феврале, как было ранее. 1 января размеры пенсии увеличатся на 7,5%. Это 2 раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. А в Чувашской республике пенсии в повышенном размере получат 270 тысяч неработающих пенсионеров. Прибавка индивидуальна для каждого, ее сумма зависит от размера пенсии. В среднем увеличение составит 904 рубля. Одновременно с этим с января пенсионеры, которые проработали в сельском хозяйстве 30 лет и до сих пор живут в сельской местности, получат еще и сельскую прибавку. Ее средний размер 1200 рублей. Стоит отметить, что в связи с новогодними каникулами пенсионный фонд досрочно профинансирует пенсии тем, кто их получает в первой половине января. То есть январские они получат 27, 28 и 29 декабря.